Фестиваль русской песни «Звенигородск» проводится в Улан-Удэ впервые. Себя показать и на других посмотреть приехали почти 500 участников со всей Бурятии. И пусть все друг с другом давно знакомы, и даже представители жюри знают большую часть коллективов лично, дух соперничества все равно на первом месте. Потому что мы уже смотрим как профессионалы на все на это со своей стороны. Конечно, какая-то присутствует критика, но слышишь, что уже опыт, потому что большой за плечами. Вот. В целом, вот фестиваль ставил задачи, цели. Вот эти цели, они сегодня достигнуты. То, что происходит сохранение традиции русской песни, сохранение традиции родного края, нашей Бурятии. То есть это, опять повторюсь, что это семейский, это казачий фольклор. Вот сегодня разные коллективы, очень трудно, конечно, выделить. Ну скажите, приехали побеждать всех и вся, или приехали просто для души выступить? Конечно. Побеждать? Все-таки, наверное, для души просто. Нет, они сказали, мы всех порвем. Итоги отборочного тура фестиваля русской песни будут известны 12 июня. В этот же день состоится и гала-концерт. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.